Ульянец Николай Митин за свою долгую тренерскую карьеру научил приемам дзюдо многих мальчишек. Среди них Эльвир Якупов, который, правда, не стал выдающимся спортсменом, но вырос к достойным гражданинам своей страны, посвятив свою недолгую жизнь защите интересов Родины. Он относился, во-первых, к тренировкам добросовестно, да и ко всем обязанностям, что говорит, что он всегда выполнял. Очень был, я бы сказал, вот я сейчас запомню о нем, гимнастически очень способный, он сделал все эти сальты, кувырки. Эльвир Якупов больше никогда не придет на тренировку к своему тренеру. В январе 2000-го он погиб в Чечне при исполнении служебного долга. С тех пор в Ульяновске в память об Эльвире и проводится традиционный турнир. Кроме Митина, в числе почетных гостей турнира всякий раз и мама старшего лейтенанта. Я прихожу на этот турнир с болью на душе, но чувством гордости за своего сына. Я его правильно воспитала. Он был очень справедливым, когда рос. Был очень близок со своими товарищами, друзьями. И сдерживал всегда свое слово. Более сотни юных спортсменов из 6 регионов России приняли участие в традиционном мемориале Якупова. Все они, как и когда-то Эльвир Якупов, своим любимым видом спорта выбрали именно дзюдо. Ульянский мемориал для них – очередная возможность проявить свои умения и навыки. Школа дзюдо – это дает многое. Тебе и ловкость, и сила, и отвага, смелость. Я уверен, что многие мальчишки, которых вы сегодня видите на татами, закончат школу, поступят в высшие учебные заведения, а потом, наверное, найдут свои работы в органах, в внутренних органах, в силовых структурах. Более 10 комплектов наград разыграли участники соревнований. Чтобы получить полноценную нагрузку, некоторые спортсмены выступали в двух весовых категориях. Причем делали это весьма успешно. Например, ульяновцы Даниил Мальянов и Артем Кореев завоевали по 2 золотые награды. Еще одну награду высшей пробы в копилку ульяновской сборной положил Андрей Латыпов. В числе победителей и призеров также спортсмены из Татарстана, Саранска и Мариэл. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.